Я приветствую вас, дорогие мои друзья. Вы на канале Таро Энджел Планет. Мы смотрим расклад, который называется «Да или нет». Расклад будет на результат. Пока я рассказываю, не забудьте поставить лайк, подписаться и поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Итак, расклад о результате. Мы будем загадывать, произойдет это или не произойдет. Каждый на свою ситуацию, на работу, на любовь. У кого что? Общие значения буду говорить, для чего, как и зачем оно проигрывается. Будем смотреть, что произойдет, если да, что произойдет, если нет. Что принесет положительного это событие, что отрицательного. Что если да, отрицательного, и что если нет, положительного, отрицательного также. И посмотрим на удовлетворенность всех этих событий. Так, начнем. Загадывайте то, что у вас есть, что идет. Проиграется у каждого по-своему, не у всех и не у каждого, как говорится. Давайте посмотрим сначала, в чем вы находитесь. В аркане умеренности находитесь. С одной стороны, это хорошо, аркан умеренности говорит о том, что ни больше, ни меньше вам надо то, что вы хотите, чего вы достойны, чего заслужили. То, что надо, то и хотим. Давайте посмотрим тогда на вероятность. Какова вероятность, ну, например, вот то, что вы задумали, да, что оно произойдет. Смотрим. Да, есть вероятность, чтобы это было, потому что вы уже довольно много вложили сюда сил и энергии. Вам бы, что называется, дойти до конца. Иногда бывает, что нам так тяжело, и осталось вот еще чуть-чуть. И мы готовы бросить, потому что мы не выдерживаем, мы не справляемся, мы все люди, мы все прекрасно это понимаем. Но как совет, тут не рубите с плеча, не торопитесь отказываться от своей мечты. Вы очень долго работали над этим. И бывает, что в последний момент мы вот чуть-чуть прям не дошли до приза, до клада, и уже готовы сдаться. А на самом деле осталось еще чуть-чуть. А сил уже нет. Сил уже, бывает, что силы-то и заканчиваются. Посмотрим, какова вероятность, что это не произойдет. Да, да, 50% на 50%, что может произойти, что не может произойти. Если вопрос к отношениям, какой-то результат от отношений, вот по этой карте можно сказать, что еще чуть-чуть осталось. По работе, можно сказать, по карьере тоже чуть-чуть осталось, чтобы были результаты. Результат по работе, по этой карте. Тут больше совет идет. Сами себе не забивайте гвозди в гроб. Сами себя не угнетайте, сами себя и не накручивайте. Сами на одном месте не сидим, самим надо что-то делать. Кстати говоря, эти обе карты показывают о вероятностях ваших событиях, в изменениях в ваших жизнях, отсутствие сил. Здесь просто мы дошли до какого-то апогея. Здесь мы уже понимаем, что уже все, что вот-вот, но сил не хватает. А здесь пока никуда ничего не пришло, потому что, собственно, силы и не были приложены. То есть, как вывод, как результат. Или мы сидим дома в праздности и ничего не делаем. Таким образом, прокрастинируем, не вкладываем свои силы и энергии. И ничего, естественно, не получаем. Поэтому тут и совет такой, да, своей прокрастинацией, своим застоем не надо себя вот туда загонять. Да и вообще движение – это жизнь. И плохо дома-то засиживаться, собственно. Да и время нельзя просто так тратить. То есть прокрастинация, которая идет во времени, время тоже ресурс. Его надо тратить как-то с умом. С другой стороны, отдохнуть хочется, да? Вот эта праздность такая. Надо посмотреть вам, как вам откликается. Если понимаете, что хватит сидеть и надо во что-то вложиться, то действительно пора бы. Давайте посмотрим, что несет положительного события в вашу жизнь, если это, например, да, произойдет. В принципе, тут правильные установки какие-то идут, положительные. В плане отношений. Это могут быть отношения, которые перешли уже в серьезный этап. В плане работы это руководствование, начальствование,
Может быть, вас назначат начальником какого-то отдела. Вы будете стоять под великим руководством совета, спрашивать. Все, что связано с иерархией в работе, может проиграться, проявиться. Все, что связано с правильным выбором, с правильными патриархальными, скажем так, устоями, в этом плане можно сказать, что по этой карте идут. Давайте посмотрим, что отрицательного принесет. Ну, нет худа без добра. От вас будут требовать, потребуют выполнения всех ваших обязательств. Смотрите, если смотреть на отношения, отношения, переходящие на новый уровень, потребуют ответственности и определенного уровня выполнения своих задач. Например, в семье, да, вы переходите на новый уровень отношений, и оно уже идет в хорошее развитие событий. Но вы понимаете, что с принятием семьи вы еще и ответственность какую-то принимаете. Вы понимаете, что по королю мечей, что вы должны, вам должны, все должны все выполнять четко, да еще с иерофантом, да, последовательно, иерархично, может быть, даже дотошно. В плане работы это тоже о дотошности. Это скрупулезность, ковыряние, копание, педантичность. Это те моменты, которые позволяют человеку выполнять свою работу. То есть, хорошо, у вас, например, на работе там, да, или в бизнесе у вас идет развитие, или бизнес уже вышел на более новый качественный уровень, или на работе вас назначили ответственным человеком. Ну, взялся за гуж и говори, что не дюж, раз уж на то пошло. Давайте посмотрим по поводу варианта «нет». Да? Что такого положительного принесет это событие, если не произойдет? Ну вот представим, да, что такого положительного? Новые возможности, посмотрите, вон там они есть, вот даже скелетик указывает. Мы смотрим на Таро смерти. Всегда помни о смерти, что называется. Очень хорошая колода в том плане, что вот тут нельзя прокрастинировать, что новые возможности надо искать, что надо их видеть, и надо на них специально глядеть, и надо специально смотреть. И проявляться, и что-то делать, и заново расти, вырастать, и никогда не сдаваться. Еще ничего не потеряно, и никогда ничего не поздно. Это поиск новых возможностей. Не опускаем руки, а наоборот, их поднимаем. Давайте посмотрим, что отрицательного, да, тогда несет, если это не произойдет. Что отрицательного несет? Ну, мы дома останемся сидеть, да? Со своими требованиями, требования у нас останутся, желание власти, например, над отношениями останется, а результата не будет. Будем дома эту власть на домочадцах, возможно, выкручивать, с женщинами с какими-то выяснять отношения. Но зато будем здоровы, искать новые возможности будем. Если, например, это не будет продвижение по работе, по бизнесу, и, например, не получится отношений, и сидите, так сказать, сами себе дома, ничего не делайте. А готовы будете, так ищите новые возможности. Давайте теперь посмотрим удовлетворенность в конечном результате от задуманного. Что нам, в принципе, надо? Удовлетворенность в результате от задуманного, если да, она есть, тут прям ура, повышение, мы его празднуем, ура, союз, брак, пара, мы его празднуем, ура, у нас все хорошо получилось, ура, дела сердечные получились, ура, у нас вот тут вот гуляночка идет. Болтаем, отдыхаем, обыденные дела, пока еще выше головы не прыгнули, но уже есть чем себя побаловать, порадовать. Собственно, мы тут в начале пути. Удовлетворенность по этой карте есть. Давайте посмотрим удовлетворенность. Что если нет? Да, какая будет удовлетворенность от результата? Ну, вы не будете довольны, если это не произойдет. Вы расстроитесь. Дома сидеть так себе идея. Смотрите, тут вот воздушные замки там строятся, да? Но чтобы до них идти, надо и в голове себе это все простроить, и все планы простроить. Это буквально заново надо строить в голове планы, чтобы они реализовывались. Но вы пока по десятке мечей не в состоянии их заново строить.
Вот там путь тернистый, да, вот эти цветочки, которые там сначала по дороге перед этими замками идут. Сначала надо тут дорогу себе протоптать. Непроторенная тропа. В общем-то, вы не будете довольны, будете удручены, будете дальше думать, что с вами не так для начала, а уже потом будете заново строить планы. И давайте теперь посмотрим расклад, произойдет это все-таки или не произойдет то, что вы загадали. Это произойдет. Расклад говорит в пользу «да». Это произойдет. Вот тут вы перестаете прокрастинировать, сами себя достаете, да, из гробика. Вот тут вот вы себе, если забивали вдруг, то все, хватит, встаем, просыпаемся. Просто это состояние, помните, вот как, когда вы просыпаетесь, а что, где, как, куда я попал, с чего начать, кофе пить или бежать, одеваться уже. Когда встали, но еще не проснулись, но уже бежим, а там по дороге разберемся, проснемся. Сердце, любовь по отношениям есть. То, что вам вверяют вашу жизнь, вверяют, если у вас на бизнес запрос был, на работу, вверяют вам или работу эту, или ответственность через любовь. Ты любишь этим? На, занимайся, вот тебе. Да? Говорят, помни о нашей любви, помни о смерти, помни о жизни, помни о том, что время конечно, все мы рано или поздно умираем, поэтому мы тебе доверяем пока вот этот промежуток времени. И любовь, и отношения, и все, что с этим связано. И ответственность доверяем, и доверяем тебе работу или развитие бизнеса. То есть Вселенная доверяет вам. И еще один момент, почему это произойдет. Там вон уже за этими тернистыми цветочками ваш дом какой-то построен. Какая-то основа уже есть. Если вот по этой карте мы смотрели, что... У нас тут просто запросы большие, а там уже какая-то основа есть. Если отношения, то сердечные дела простроены. Если у нас рабочие моменты, но пока невысокую должность. Может быть, вам дали, или пока бизнес не так круто развивается, как хотелось бы. И тем не менее, все, что ваше, вы, в принципе, по этим картам и берете. Итак, мы завершаем расклад. Ставь лайк. Подписывайся, ставь колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А я жду вас на личных раскладах, консультациях. Ссылка в описании канала. Пока-пока!